Наш парк истории реки Чусовой потихоньку оживает. Накануне там прошло мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Активные творческие каникулы на Архиповке. Именно так называется творческий проект парка истории реки Чусовой, с которым инициаторы вышли на конкурс «Арт-резиденция Центра по реализации проекта в сфере культуры». Привлечь молодежь Чусового к изобразительному народному творчеству, а самое главное – к традициям и обрядам, причусовьям. Такие цели поставил перед собой коллектив музея под открытым небом. К завершению всех мероприятий парк истории реки Чусовой должен преобразиться. В результате этого проекта у нас получится такая сплоченная команда творческих людей, которые в том числе будут участвовать в украшательстве нашей территории. Появится масса новых объектов интересных, выполненных творческими людьми. Музей в этот день посетили воспитанники фольклорной студии «Матица», которая занимается традиционной народной культурой в рамках проекта и Дня памяти святых Петра и Февронии. Ребята исполнили песнопение и в церкви, а также водили хороводы и играли в различные игры на свежем воздухе. «Матица» – она традиционная, так сказать, культура, то и самое место ей в этом мире летом. Базироваться иногда в этнографическом парке. Здесь у нас ни одно поколение выросло. Вот в этом парке еще при Леонарде Дмитриевиче это были вот как бы его задумки, чтобы дети сюда приходили и дети росли вот именно в такой культуре. Далее для участников проекта будет организована образовательная программа совместной художественной оформительской деятельностью в рамках творческого лагеря. Ребята примут участие в большом количестве разных занятий, преподавателями которых станут чусовские знатоки народной культуры. Нам остается пожелать удачи организаторам, чтобы они дальше одерживали победы в конкурсах и делали Чусовой чуточку лучше.